Ребята, всем привет! И вы на канале MyPet. И я сегодня вам покажу все мои ростки, или может быть по-другому, как сказать, которые семечки, которые я проращиваю, можно так сказать. И, короче, покажу, как они у меня все растут и где что. Вот тут у меня помидоры, они у меня уже вот такие гигантские, прикольные. Их посадила, они у меня где-то через неделю уже проросли, очень быстро растут. Вот. Что еще хочу показать, это вот эти вот мои арбузики. Они тоже где-то у меня уже полтора месяца. Ращу их полтора месяца. И никаких, блин, изменений. Я сегодня смотрела, мне это вот прям вообще не нравится, то что... Никаких изменений, потому что все семечки полные, я проверила. Авокадо. Авокадо у меня вот такой вот корень. Видите, там он обломался, один корень. И из этого корня выпускают, и он еще три. Вот, тут я не полила сегодня семечку сливы. Так, что еще показать? И лимон. Лимон, ну, у меня тоже почему-то не пророс вообще. Вот первый лимон, который пророс, он потом засох. Он пророс за пару дней. А вот этот прям не хочет. И он тоже полный, кстати. Я сначала его держала в пакете, но потом достала, поскольку там было как парилка. И мне кажется, из-за этого он не мог прорасти. Ну, я думаю, что я вам это все прекрасно показала. Тут это все у меня на... подоконники. Блин, с помидоров они вообще в шоке. Они вот прям такие высокие стали, большие. Ну, короче, заросли помидоров. Ну, я думаю, что я на этом буду уже заканчивать, потому что я вам все показала. Кстати, вот это вот семечки огурцов, никак не могу их посадить. Не нахожу времени, вот. Ну, короче, всем удачи и пока-пока.